таких приводила, таких ребят, которые сейчас руководят клубами. В общем, действительно, у нее было чутье. Вот, и о ней говорить можно очень много. Наша дружба продолжалась, в общем-то, до самого конца. Ну, я, наверное, спою песенку, которую она чаще всего просила. То есть я достаточно часто выступал на Лиговке. Вот в 2008 году я посмотрел там по 2 раза в месяц у меня были выступления. То есть кто-то заболел еще. Она мне звонила, я там недалеко работал, сразу приезжал. И вот чаще всего, то есть она меня не отпускала без этой песни, которая называется «Акула в трюме». Со мной поделился один моряк устойчивым экзистенцией. Мол, приручить он не смог никак, увы, ни одну из женщин. И не ворчал, что уже стареет и делался все угрюмей. Но все же лучше дурак налее, чем акула в трюме. Все же лучше дурак налее, чем акула в трюме. Другой днем и ночью спешил на зов ушедших в пучину предков. Он ставил 1000 парусов, рангу стонал при этом, гремел проклятиями и шале тонул в ураганном шуме. А лучше 2 дурака налее, чем акула в трюме. А лучше 2 дурака налее, чем акула в трюме. У нас нет трюма и нет акул, но практика остается. Если на судно дурак шагнут, то вряд ли оно вернется. И средства, увы, не нашли, вернее, оно не рыскать на румбе. Лучше 3 дурака налее, чем акула в трюме. Лучше 3 дурака налее, чем акула в трюме. На флоте лучше дурак налее, чем акула в трюме. Спасибо. Спасибо, Андрей. Так, а где у нас Сергей Синель?